рассада томата Лола и его селекционные семена позволяют получить ранний массовый урожай, поскольку скорость созревания сладковатых ароматных томатов всего от 100 дней после прорастания всходов семян. Взрослое растение вытягивается до 1,5 метра. Куст имеет более 4 плодоносных гнезд слаборебристых красных округлых плодов массой 130 граммов, сорт обладает урожайностью на одно растение 4,5 кг, требует минеральной подпитки. Ценность сорта томата Лола. Отличные вкусовые качества. Ранняя спелость. Опыляются даже те воздуха выше нормы. Хорош для сбора кистями. Устойчив к болезням, фузариоз, табачная мозаика, кладоспориоз. Томат обыкновенный Лоула – это травянистые с типом роста, индетерминантные. Цвет плода красный. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.